непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Это кто идет? Это мы с Сашкой вам идем. Идем, наша тень, а сейчас мы покажем и себя. Всем привет, мои хорошие. Короче, так неожиданно Ашкеп сказал, пошли погуляем. Я говорю, как погуляем? Сегодня же последний день, нельзя. Он говорит, можно, говорит, маску оденем, чуть-чуть прогуляемся. Надо закупки сделать, покупки. Карфор, что он черный? Хорошо, а, короче, все, друзья мои, пошли мы гулять с Ашкема. Ура, свобода! Я чуть с ума не сошла за эти дни. Я чуть с ума не сошла за эти дни. Люди вот стали выходить. Ура, свобода попугаем. Посмотрите, какое море сегодня красивое. Мне кажется, очень красиво. Подойдем поближе. Шкема, ноги затекли, сколько дней без движения. Говорит, пойдем погуляем. Посмотрите, море какое красивое сегодня. Это очень красивое, такое лазурное. Небольшой ветерочек, 27 градусов, уже теплеет у нас. Вот его интересует балыкчик. Кстати, у Ашкем тоже купил себе вот эту удочку. Надо, как все откроется, буду вместе с ним ловить рыбу. Вы видите, там все равно играют. Вот сейчас полиция приедет, разбегутся, как крысы. Где гидерис? Я в Оксане. Где ворота? Были мы тут раз. Ты кишь ты? Я ходил в Да, искусственный пляж. В Арханде что ты рыба лох? Везде были тут тоже что-то. А ты сейчас? А сколько чеки делаешь? Такая говорит. А ты ерма? А ты сейчас? Пошли сейчас чек мне. Дюшки пляж, смотри, бак. Такая точно. Ходи я по джазу. Neyle yapacağız? Almadık ya. Şimdi hayır, başka gün. Tamam. Buradan işte böyle atacağız. Balık tutacağız. Bu kadarsa uzak mı ya? Atı. İşte atabildiğin kadar atacağız. Ama kaç metre? 20 metre olabilir. Ama bak dikkat edersen hemen çekiyor bak. Beklemek yok. Niye? İşte, niye? Söyle. İşte bizde yalancı balık var. Aha. Böyle geliyor. Ama yemek yok musun? İşte yemek yalancı balık var. Aha. Bu sıra diğer balık avcı balık. Bizim yakalayacağımız balık. Hızla gelip onu yakalaması lazım. Hı-hı. O yüzden hızlı hareket etmem. Быстро говорит надо работать движение. Ну çok iyi. Kilo almayacağız biz. Не поправимся balık с этой удочкой. Balık var, kilo olur, ne alakası. Hep hareket. Hep hareket. Sadece kolun ağrıyor. Tamam aşkım. Hadi. Погуляем. Мы хотим вот туда пройтись. До того флажка. У нас была фотосессия, Сашка. Если я снимаю очки, то вообще ничего не видно. Какой сюрприз неожиданный. Неожиданный сюрприз. Я вообще думала, друзья мои, что сегодня еще я не выйду. Думала, что сегодня нам нужно сделать. У меня было... Сейчас мы как раз все отоварим, Сашка сказал, вечер после прогулки. Если будут открыты магазины. Потому что у меня была курица, вот я вот последние эти куски достала и хотела запечь в духовке. Но раз мы вышли, все купим. Сегодня 27 градусов. Мезитли, Беледиеси, Керим, Абшар, Парки. Смотрю, что набережная открываются кафешки постепенно. Люди готовятся к открытию, мои хорошие. Вот мое любимое кафе. Вы видите? Так мы далеко прошли с Ашкемом.
Смотрим, что мороженое открыто. Сейчас Мяшка мороженое купит. Здесь очень вкусное мороженое. Очень. Посмотрите, какое разнообразие. Я взяла вот такое мандариновое и шоколад. Здесь есть и мандарина Орео Нане, мятное саде, какао фистык, простое какао с орешками, крукан, лезье нутелла. О, и с нутеллой там тоже есть. Вишни, каун с дыней, лимон, чечек манго. Манго дала рашка. Кюстер. Такие вот у нас мороженое вкусные. А вот в это кафе меня мой муж пригласил после нашей свадьбы. Тоже здесь открывают, смотрю. Восьмое марта мы здесь справляли с ним. Капито. А это наша бабочка. У меня очень много фотографий здесь. Вот этот райончик. Здесь моя подружка живет, Алена. Алена, когда ты приедешь, вот твой дом. Ашкин говорит, что зимой здесь все закрыто, а летом море отходит, отлив. Сейчас все камушки видны. Вот такие вот камни колючие с ракушками. По всему побережью Мерсина подводные камни. Поэтому здесь небезопасно купаться, поранитесь. Ну, а там, где я хожу купаться, безопасно. Тут уже детки появились на качелях. Это очень вкусный ресторан, очень. Мы там были на втором этаже. Он переполненный всегда. Смотрите, какие красивые виллы летние. Люди сидят на балкончиках. Прямо 5 метров моря. Ну, зимой бы я здесь не хотела бы оказаться. А летом, посмотрите, какой красивый. Видите? Там очень красивые. Машка злится, что это может не понравиться людям. Но мне же надо вам показать такой домик. Киса! Летом здесь замечательно, но не зимой. А это, посмотрите, какой красивый, ухоженный. Супер двор. Рядом летом вот этот пляж переполненный. Это парк. Делают мангал. И тут очень много сирийцев. В этом году не знаю, как будет. Мы здесь тоже купались. А? Нерде. Акула говорит. Ашкем гьохай. Рашкинасал купек балык. Акула говорит. Ну, мы здесь тоже вот с Аленой, она меня водила сюда. Надо знать, в каком месте безопасное море. Но здесь, видите, как идти, 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 надо идти. Не дерсон? Ага, нереден. Ага, ялан. Так, пришли со Шкемом, быстро голодные кушать. Что я делаю? Быстро готовлю ужин. Сейчас вот курицу с картошкой. Вот в таком пакете. У меня быстро варится мерджимик. Здесь вот у меня кастрюля, буду варить овощи. Все покажу вам. И потом покажу, что мы купили. У меня готово. В таком пакете, в специальном рукаве.
Оно очень быстро приготовится, потому что мы голодные. Сейчас вот без 28. Я это сейчас поставлю в духовку, разогретую до 200 градусов, даже больше. Специально показываю время. Без 28, как я поставила курицу в духовку. Вот посмотрите, что за 20 минут я сделала. Я приготовила такой салат. Я приготовила, друзья мои, суп мерджимик. Я отварила вот брокколи. Сейчас покажу вот эти все покупки. Специально не разбираюсь и убрала все на кухне. Видите, мусор выбросила. Все лишнее поубирала. И здесь у меня запекается моя курочка наша. Мои лапулечки, а вот и сама хозяйка. Так, я сейчас буду показывать, что мы купили. Это все мы потратили 250 лир. Мы пошли в Карфур. Рашкин не захотел идти в Юзбир. Покажу, что вам купили. Что купили? Чек вот такой огромный. Вот, мои друзья, мы купили вот такую полочку. Сюда я поставлю пряности. Ну, не знаю, нужна она, нет. Что-то захотелось купить такую. Мы купили 3 кило рыбы. Купили барабульку, 25 лир она стоит. Купили ставриду, 10 лир килограмм, понимаете, 10 лир килограмм. И еще какую-то купили, тоже 10 лир килограмм. Купили вот такое вот средство от засорения. Красиво. Купили вот для унитаза. Купили кетчуп, майонез, иногда мы пользуемся Сашкой, мы купили нам на полгода, наверное. Купила такую красивую присыпку, для сладости же делаем. Купила себе ручки разного цвета, потому что я много пишу, кстати, со скидками было. Так, купила для себя, вот для мороженого у меня поломалось, и вот такую лопаточку буду. Купила такие нужные вещи. Купила себе колбасу, она из индюшки. Так. Купила вот такую вот игрушку для моих внучек, подарочек, с утюжком. Вот, купила такое, захотели со шкивом. Когда видим игрушки, равнодушно не проходим мимо. Вроде бы посмотрели, ничего такого. Вот эти сосиски 25 лир стоят. Они из мясные, говяжьи, то есть я хотела сказать 25 лир. Самое дорогое, что здесь, это сосиски. Купили вот таких два мороженое. Оно дешевое. Я купила их на коктейль. Два вида взяла. Шоколадное и клубничное или какое-то. По 7 лир они. 7,50. Купила себе так кокос. Посмотрю, что буду делать с ним. Кокос. Интересно. Я никогда не в своей жизни не купила вот такой вот щеточки для посуды. Яйца мы купили. Такую бумажку купили. Еще что купили мы там? Наконец-то я купила, знаете что, я на базаре укроп не видела. Укроп и року купили, и вот такую вот новенькую для воды. В маркете купили бананы. Купила завтра маску из банана. И купили черешня. 10 лир килограмм. Представляете? Будет еще дешевле. С покупками закончили. Ну вот смотрите, друзья мои, вот это вот все 250 лир. Хотя ничего мы такого не взяли. Мы взяли только рыбу отсюда. 50 лир нам обошли. 25, 10, 10, 50 лир. И все. Вот когда вот в Карфур вот так вот ходить. Не знаю почему. Там 10, там 15, 20, 20 и собралась вот такая вот сумма. Наша курочка вот так увеличилась. Надо ее проткнуть, а то она взорвется. Показываю вам время. Ужин приготовила за 50 минут. Посмотрите. В рукаве пожарила курицу. Салат сделала. И суп мерджевик. Почему делаю часто? Потому что очень любим. Приятного всем аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.